Нет, не сейчас! Погнаться за ней? Ты будешь ее догонять? Или хочешь, чтобы она ушла? Она смеется на тобой, принц. Поймай ее. Накажи ее. Женщин, которых я схватила. У тебя осталось лишь несколько часов. Если бы каждый раз, когда мне это говорили, я бы получал немного песка. О, получил. Я освободила женщин и отправила их в безопасное место. Хорошо, что ты вернулся. Принц? Ты один из них? Нет, Фара! Это не то, что ты думаешь! Ты песчаный монстр! Ты лгал мне все это время! Нет! Я был тронут песками, это правда! Но мой разум и мое сердце чисты! Пожалуйста, поверь мне! Не подходи ко мне! Продолжать отсюда, когда ты вернешься? Хорошо. Это удачное место, чтобы продолжить с него историю. Что? Ты ей соврал? Нет, я просто... Да. Но она бы не поняла. О чем я только думал. Бедный принц. Его тайное «я» вышло на свободу, и Фаре совсем не понравилось то, что она увидела. Может быть, ему с самого начала нужно было быть с ней честным? Слишком поздно он осознал свою ошибку. Thank you.
Сара, подожди! В следующий раз мне продолжить историю с этого места? В следующий раз я продолжу мою историю отсюда. Принц очистил себя в водах фонтана. Он вернулся в свое нормальное тело, но не смог очистить свой разум. Это было лишь внешние изменения, ничего больше! Почему я должна тебе верить? Твои поступки противоречат твоим словам. Я видела, как ты сражаешься. Смерть доставляет тебе удовольствие. Ты постоянно говоришь о кровавой мести. Ты можешь бросить своих же людей. Ты слышал ту женщину в борделе так же, как и я, но отвернулся от нее. Но я вернулся. Я вернулся! За тобой. Ты принц, но лишь по титулу. Иди и верни себе трон. Но знай, тебе придется сделать это одному. Да уж умеешь ты вести себя с женщинами, которых не убил, бегут от тебя как можно дальше. Let's go.
Правда, повезло? В детстве я любил играть на задворках верхнего города. Я часами бегал по улочкам, представляя себя самыми разными созданиями. А крыши и проходы были потайными окнами в другие миры. Но все изменилось. Погасли цвета, а звуки жизни сменились гнетущей тишиной. Все стало темным и мрачным. Дворец совсем близко. Может, мы наконец-то пойдем по цели? Принцу пришлось смириться с тем, что фара была для него потеряна. И виноват в этом был только он. Если бы он не скрывал правду, если бы он был более сострадательным, может быть, все повернулось бы иначе. Но думать об этом было уже поздно. Несмотря на это, или, может быть, благодаря этому, принц был глубоко тронут тем, что делала фара.
Ее поступки изменили его. Постепенно подавляя темные желания его жестокого альтер-эго. Продолжать отсюда, когда ты вернешься? Хорошо. Это удачное место, чтобы продолжить с него историю.